Волю попрыгать на батутах, прокатиться на электромобилях и всех аттракционах Видновского центрального парка абсолютно бесплатно смогли более 20 мальчишек и девчонок из Луганской и Донецкой народных республик. Кем приехала? Пришла в свой рюкзак? С мамой, с братом, с бабушкой. С братиком. С братиком. Как настроение? Хорошо. Я на колесе обозрения, батуты, ну и в зоопарк сходить. Угу. Как давно ты не была вообще вот в парке, в таком, на каруселях? Давно? Ой, я не знаю. Даже не помнишь, да? Ребята живут теперь в Ленинском городском округе и активно знакомятся с новой для себя территорией. Татьяна Папуш с мужем и сыном Ильей приехали из Мариуполя в Лопатино еще в марте. Ленинский городской округ, вот, ну, в лице администрации, тоже помогли нам с работой, с мужем устроиться. Но ребенка сразу, мы приехали, на следующий день мы пошли в школу в Лопатино, нас сразу, в принципе, ребенок самый первый, кто у нас устроился. Мы очень скучаем за родным городом, ну, понимаем, что на данный момент возвращаться некуда. Такую акцию для ребят в рамках проекта «Твори добро Видное» организовали и члены общественной палаты Ленинского городского округа. Чтобы поддержать детей, чтобы они забыли то, что творилось на Украине, я считаю, что это такой большой прорыв для самих детей. Чтобы они как-то отвлеклись морально, физически. Также родители могли отдохнуть как-то от всего этого и подумать о насущном. Праздник завершился вручением подарков, воздушных шаров и сладостей. А вот сама акция в Видновском центральном парке для детей-переселенцев из ЛНР и ДНР продлится до 31 августа. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.